Всем привет, продолжаем проходить игрушку Project Hospital. В прошлый раз мы закончили на том, что прошли первый урок. И сейчас с вами попробуем второй урок. Здесь мы уже научимся строительству. Посмотрим, что и как. Начать. Привет, босс, мы знаем, что вы занимаетесь не только диагностикой, но и отлично строите больницы. Давайте. Так что добро пожаловать на участок. Ну, все понятно, хорошо, давайте посмотрим режим строительства. Первый шаг – это закладка фундамента. В принципе, все понятно. Выделите площадь, чтобы разместить как минимум 3 комнаты, например, 20 на 20 клеток. Прям по центру давай. Почти. Так, существует 5 основных видов категории фундамент, конструкции, полы, двери, окна, предметы. Ну, все понятно. Все понятно. Так, комнаты бывают обязательными, красное число, и дополнительными зеленые. Некоторые комнаты делятся между собой несколькими отделениями. Некоторые комнаты делят между собой несколько отделений. Давайте разместим по одной из следующих комнат. Кабинет врача, комнату ожидания и туалет. Ну, в принципе, логично. Так, кабинет врача. А, все, выбрал, да? Так, где у нас будет вход? Ну, давайте вход будет с этой стороны. Кабинет врача сделаем, ну, самый дальний. Насколько нужно делать кабинет врача? Давайте сделаем так. Отсутствует оборудование. Ладно, посмотрим. В принципе, мы увеличить же можем. Вот. А удалить? Стоп. Кабинет врача. Как удалить? Удалить комнаты. Понятно. Удаляем сразу все. Тогда делаем 10 на 6. Дальше комната ожидания. Ну, в принципе, это самое большое будет. Минимальный размер 4 на 4. И уборная. Уборная не... А, можно, да, так? Уборная минимум 3 на 2. Ну, нормально. Так, кабинет врача. Или что, построите стены? Так, стены. Так, стены есть. Замуровали демоны. Туалет. Ну, комната ожидания. Ну, давай. Ну, в принципе, да, нам надо. Это у нас, получается, вообще нету. Ну и по периметру. Получается, все нужно делать. Вот так вот. А еще вы можете выбрать цвет стен. Ну, все понятно. Стена из бетонной плитки. Давайте пока обычную. Полы. Так, у врача будет красный. Господи. Нет, не такой красный. Вот такой. Дальше. Комната ожидания такой. А туалет синенький. И это я еще не знаю, что будет. Пусть будет пока такой. Так.
Дальше. Теперь сосредоточимся на обстановке. Просто нажмите на пол любой комнаты. Угу, нажал. Как цвет выбрать теперь? Так. Фундамент, режим строить стены. Ага. Сколько всего? Так, на панели показаны мебель и оборудование для этого помещения. Обязательное оранжевое и рекомендуемое желтое. Ничего себе, сколько обязательного нужно. Снимаю текущее выделение, некоторые не... Так, начнем со стола. Стеклянный офисный стол. Так, забыл, как крутить. На R. Угу. Значит, врач у нас будет сидеть здесь. Так, а врач вот так смотрит? Или так? Ладно. Так, ставим компьютер. Ставим принтер. Есть несколько принтеров. Принтер используется для быстрой печати. Принтер используется для быстрой печати. То есть вопрос только в цене. Ну, я думаю, нас сейчас цена не интересует. Поэтому просто ставим принтер. Что это такое? Анализ концентрации S-реактивного белка в плазме крови. Так, ладно. Нужна раковина. Так, дезинфектор. А если я так сделаю, она сможет к нему подойти? Шкаф с оборудованием. Урна. Так, все. Все, что обязательно, лампа. Кушетка. Так, выберите режим управления. Теперь щелкнуть по рабочему месту. Это, видимо, вот это. Вам нужно выбрать профессию. Врач, продвинутый диагностик. Врач.
Совет. Обязательная профессия выделена красным, рекомендуемая желтым. Выберите одного из доступных сотрудников. Обращайте внимание на их особенности. Так, особенности — это вот это. Общая практика. Тут по нулям, типа, нет. Но он и дешевый, да? Так, а это что такое? Гений диагностики. Сопротивляемость. Медленный. Диагностики. Как часто врач будет ошибаться в постановке диагностики? Так, а это что? Это общий скилл. Ну, давайте возьмем. Медленную не будем брать, возьмем вот эту. Полученное достижение. Первый пошел. Теперь больница принимает пациентов. Чтобы принять пациентов, с первой страховки компания контракт подписывается автоматически. Если у вас несколько отделений, вы можете переключаться между ними с помощью иконок главной панели. Выберите отделение рентген и снова откройте режим управления F7. Проверьте, какие помещения нужны для ожидания комнаты рентгена. Капец, тут столько окошечек, и они все не закрываются автоматически. То есть теперь мне нужно сделать комнату для рентгена отдельную, да? Точнее, комнату для обследования. Это комната для ожидания и рентген-кабинет. Здесь будет еще один какой-нибудь кабинет. 5 на 5. У меня 6 на 6. Нормально. Так, и теперь нам нужно персонал. Ага. Это дневная, это ночная. Можно вот это вот убрать? Так, значит, кого возьмем? Что это? Долгая дорога. Может опоздать на работу. Работает без перерыва. В принципе, можно взять мужичка. Он такой средненький, да? Или вот этот старший лаборант. У него еще есть какой-то скрытые перки. Радиология. Ну, вот этот мне больше нравится. Все, отлично. Так, попробуем, давайте сделать размер интерфейса поменьше. Вот эти вот задания было бы неплохо убрать. Как-то. Так, а они пройдут, если у меня нет дорожки? Ага. Наверное, стоило положить полы. Темная плитка. Строительная площадка, песок, гравий, земля. Строительная площадка, песок, гравий. Давайте пока гравием сделаем.
Так, скорая, парковки, лифты. Ничего себе, это можно тут этажи ставить. Ё-моё, шаблоны уже есть готовые. Кабинет врача. Уборная. Капец. Можно было сразу все построить. Новый этаж. Хм, ладно. Так, берем талончик. Куда пошел без талончика? Ты единственная взяла талончик. Иди, иди. Ничего себе, сколько у вас. Мне что, больше нужно ставить скамеев, этих скамеек для ожидания. Раз, два. Урну. Я бы еще урну поставил. Мусорное ведро. Вот так. Вот. Плакат пусть смотрит. Да что ж ты, я всегда на Escape нажимаю. А, пардоньте. Можно, конечно, и стул. Модный стул. Да что ж ты опять? Садитесь. Что вас беспокоит? Угу. Сухой кашель. Ну, давай, конечно же, проверяем сразу физиологическое чихание, осмотр полости рта. В принципе, осмотр полости рта, мне кажется, нужно было сразу сделать. Ну, то есть, что, все, простуда? Так, вам нужно отдохнуть. Да, все, свободен. Следующий. Давайте посмотрим, как вылечат ее. Так, опрос. Я не на то нажал. Ушиб стопы, перелом. Ну, осмотр, логично. В принципе, осмотром все покажет. Ну, ушиб стопы. Ну, хотя, видишь, да, они прописали полностью, то есть там анальгетики, бандаж, холодный компресс. Рекомендации. Налепим бандаж. Так, вот вам список. Все. Всего доброго, до свидания. Ну, в принципе, я так понимаю, можно просто запустить, и он сам будет, да? То есть сразу мне говорит, болит, охриплость. Сразу же поставил диагноз. Осмотр. Можно было еще, в принципе, кабинет даже поставить один, чтобы два врача было. Так, все симптомы выучили.
НПВП. Фарингит. Фарингит — воспаление слизистой оболочки глотки. Так, что у тебя? Ух ты, возможные диагнозы. Жар, повышенная сенситивность. Холодный компресс. Так, следующий. Паренек, давай я. Давай опрос. Так, всех сейчас поставим на контроль. Так, потеря аппетита, рвота. Что это такое? Является диагностическим тестом быстрого анализа крови, измеряющего концентрацию серебрятвы, свидетельство о воспалительных и инфекционных заболеваниях. Ну давай. Бери кровь. Все, взяли. Так, гастрит, острая почечная недостаточность, ветряная оспа, хроническая инфекция. Но он что-то сожрал не то явно. Давайте полость рта посмотрим. Так, осмотр полости рта нам ничего не дало. Изменение диеты. Измерение артериального давления. Ну давай изменение артериального давления еще посмотрим. Перкуссия грудной клетки. Так, давление измерили. Ну окей. А если под контролем врачей, то физикальную диагностику он еще назначил. И что, можно в принципе всем, да? Просто осмотр такой. Ветряная оспа. То есть просто осмотрели. Окей. Выписываем ему препараты. Следующий. Давай, дедок. Говори, что случилось. Травмы кисти. Давай, проверяем. Что? Пациент клиники вот-вот уйдет. Пациент клиники очень давно не осматривал доктора. Ему нужно не надоедать ждать. Кто? Ты? Ты вообще посрать. Сиди, жди, как все.
Так, осмотр. Да, без разницы вообще. Ну, ушиб кисти. Охлаждающую мазь. И домой. Ну хватит уже. А, все, я вылечил, да, шестерых. Вот снизу есть шестерых. Прежде чем мы закончим, давайте посмотрим на последнюю категорию, которая сэкономит на моему времени. Это шаблоны. Ну, спасибо. Я их уже нашел. Теперь выйдите разные комнаты, выберите один шаблон и установите его незанятой на территории клиники. Давай попробуем кабинет врача. 6 на 4. Я могу и здесь поставить. В принципе, могу. Все так компактненько. А, даже не дали посмотреть, что как. В принципе, прикольно получается. Если вам понравилось, ставьте лайки и пишите комментарии, что вы хотите дальше посмотреть. Всем спасибо за просмотр. Пока.